Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Ночь Ворона, Готика 2. И случился, да, такая неприятность. Предыдущая запись у меня, как она сказать, не прошла. Поэтому давайте я вкратце расскажу, что здесь было. Так, я нашел несколько храмов. Сейчас я вам покажу. Помимо храмов, где находятся телепорты, вот это, ну да, действительно, там ничего, это ничего не было в храмах, просто так. Итак, начинаем. Камни берем у одного из магов. Он на М у него как-то тут называется, он где-то здесь ходит. Один телепорт включается. Вон там вы его увидите, пьедестал для камня. Там еще телепорт включится. Так, к порталу в храм. Нет, давайте к порталу в болото. Где? Вот в болото. Включается в болото. Так, кто играет патчи и тому подобное? Пират находится вон там. На лесенке заходите. Я давайте карту вам покажу. Вот в болоте. Тыкаю пальцем, извините. В болоте. Где я, видите, находится, и портал там тоже обозначен синим. Там находится пират. И, кстати, там находится одно из сокровищ, крестик, где можно копать. Теперь. Давайте возьму. Тут есть болотные големы. Вот. Мухи кровяные, там эти помойные мухи, дроны какие-то называются. Идем, вот это первый храм. Здесь, вот, видите, нет меня в правом углу, в правом нижнем углу, вот, стрелка, ну, я белый там, конечно, такой. Тут каменные человечки, убиваем их, берем их в одном из них ключ, открываем сундук, берем табличку. Сейчас будет немного дождь. Подождите, давайте-ка я выпью и пробегусь. Так, где у меня? Вот так. Сойдет. Давай, беги. Это вот все вокруг, это рядом со стеной, если бежать, вот туда бежать, 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 и я выйду как раз к этим, к магам воды. Вот среди этих обломков мы сворачиваем. Так что идем, ныряем в портал. Если мы пойдем вот прямо, куда я смотрю, там найдем аллигатора Джека, у него есть миссия там сходить на охоту с ним. И также можно еще идти в долину. Вот мы в долине. Кстати, недалеко там это. Приходим мы вон оттуда, откуда сейчас смотрю, оттуда и приходим. Приходим оттуда, ставим камень сюда. Тут вот работяга, которому надо дать всего лишь одежду, одну городскую одежду. Здесь у нас тоже находится храм. Так, давай бегом, бегом. Так, здесь у нас, если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, у нас здесь находится ползуны, нет, или скелеты. В общем, тут то ли ползуны, то ли скелеты должны быть. Не заперт. Опять же берем табличку. Это вот второй храм. Так. Ой, один храм будет интересный. Потом. Не сам храм, а проход к нему. Я вам сейчас покажу, почему. Потому что там кто играет Готика 2, Адон там или тому подобные патчи. Есть одно местечко, где вы можете взять таблички. Потому что я знаю, что иногда таблички собираются. Я сам их собирал. Когда я играл в эти патчи, ну, патч мне не понравился, действительно, потому что, ну, перебор, там, две или три дополнительные локации, какая-то пустыня, где все выжигается. Так, вон там, вот куда я смотрю сейчас, там маги воды находятся. Вот, поэтому говорю, мимо не пройдете и не пробежите. Итак, мы идем сюда, тут орки-гоблины, тут тролль, с левой стороны будет тролль. Я его сейчас убил, конечно же. И чем это место интересно, я вам скажу. Для тех, кто играет
патчи и тому подобное. Так, вот здесь гоблины. Хоп, гоблины. Вон дубинки все еще от них лежат. То, что здесь надо превратиться в что-нибудь прыгающее типа мраколиса, либо если у вас развита акробатика и жизни хватает. Прыгайте отсюда вон туда, потому что там снизу уже никак не перепрыгнуть. Можно попытаться, конечно, и оттуда перепрыгнуть. Там есть каменные таблички и два стражника каменных. Вот, потом оттуда перепрыгивайте, убивайте гоблина. Гоблина, кто он? А, кстати, вот, да, еще крестик, не забудьте покопать. Крестик еще, кстати, был у храма справа, вот который до этого храм был, он там, крестик, куда я сейчас смотрю, вот так же находится справа. Крестик там тоже можно копать. Вот, считайте, три креста я вам сказал. Вот первый крест, второй крест, это в болоте наверху. Третий крест у одного из храмов, вот с левой стороны справа, с левой стороны. Вот, а здесь ползуны, здесь я точно помню, значит, там скелеты были. Вот, кошелечек, подождите. Так. Все это мы взяли. С Джеком идем, убиваем просто крыс, собираем мясо, и все. Потом надо, сейчас у нас миссия есть мясо отнести, но у нас есть еще один храм. Их 4 храма, если не ошибаюсь. 5-й он у нас будет под присмотром. Читайте таблички. Там находятся подсказки, как пройти 5-й храм. Основной. Храм Аданоса, что ли, или кого он там? Я, честно сказать, уже не помню, чей там храм. Так. Тут у нас рапторы. Вот. Один крестик, кстати, еще вот. Так, раз, два, три, три я рассказал. И 4-й крест... Где мы его копаем? Где-то здесь. Вот здесь вот походите, посмотрите, побродите. Плюс-минус там, вот может он вот на этой возвышенности быть. Он где-то тут-то. Никуда он не делся. Вот это, как сказать, как он называется? Где маги воды, короче, обитают. Ну давай, покажи крест, а твою ж мать, мне уж самому стало интересно. Так. Минутку. Вы чё, падлы? Из меня дурачка-то делаете. Тут был крест где-то. Так, 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 так. Блин, я реально говорю, тут был крест, его надо просто найти. Он... Где он? Вот. Такое чувство, что он где-то вот здесь вот должен быть. Может, за тем камнем? А, вон там за камнем, да, вот, вот, рядом с камнем с этим. Там-то, наверное, где? Так, бежишь. Твою ж мать-то. Вот он. Говорю же, крест здесь. А там уже маги воды за этой стеной. Куда я бегу, там у нас этот Джек-потрошитель, Джек-воробей, Джек-аллигатор. Так. Вы с ним идете охотиться на крыс. Кстати, его могут убить. Прикрывайте его, закрывайте его. Вот он. Не бессмертный. И ни хрена он не сильный. Если вас это интересует. Да, крыс он, конечно, будет, может побить и без вас, но тем не менее... Хрен я узнать, какая крыса, его где и загасит на крыса, ну то есть болотные крысы. Так. А спонсор нашей игры, кстати, сегодня водочка Легенда. Да, очень вкусно. Но не злоупотребляйте. Перекусили и хватит. Так, этот камень рассказал. Это уже какой? Третий портал. Первый находится на базе, второй на болоте, третий здесь. Этому надо одежду дать. Здесь надо мракориса убить.
Там у нас, поэтому видите, мостику переходишь, там у нас статуэтка этого, кто там, Анубис, кто он там? Два скелета его хранят, кстати, это Белиар, статуя Белиара. Извините, у меня камера находится наверху, это на мониторе. Так, три, сколько, четыре клада, три этих портала я показал, рассказал. На. Вот здесь тоже, кстати, очень интересно. Так, давайте сохраню. Так. Ну я же знаю, что ты сам за мной не спустишься. Так. Я не вижу, блин, у меня что-то. Так. Сохраняем. Твою ж мать. Бежим в атаку на него. Вот так. Ну туда нам еще рано. Потому что я туда потом приду и покажу, что там находится. Мы идем прямо. Это мы тут с Джеком где-то тут проходим. Спускаемся вниз к озеру. В озере, кстати, если вы играете патчи, там бывает крокодил. Вот. Крокодил, дил, плывет. Так, тут вот таблички, я не знаю, вон какой-то свиток, я, видите, пропустил в прошлый раз, пробегая здесь. Что хочу сказать по поводу крокодила. Гасит, я не помню как, но он гасится легко, что-то с острова, что ли, его гасить надо. Там. Так-то его легко загасить. Даже для не очень прокачанного воина. Он гасится легко. Также есть миссия. Подождите, я сейчас, может, покажу вам, если они, конечно, здесь. Два, кто они там, брата или кто. Так, тут я всех перебил. Всех побил. Что я тут имею? Ой. На. 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 Кто это такой? Давайте глянем, что в пещере находится. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что? Неплохо, кстати. Мраколиса, мы с него опыта взяли. На задание уже, честно сказать, на многие наплевал. Например. Например, такие, как это, кто там... Поставщик оружия, потому что у меня два есть. Я куда-то письмо делал, видимо, кому-то сунул. О, смотрите, копать можно. Так. Ага, кажется, я кое-что нашел. Блин, не меч. Так, ну смотрите-ка, еще нашел кое-что там, гриб рудокопа, где копать можно, видимо, по миссии-то пригодится, может пригодиться. И есть еще такое, что миссия в это тоже выкопать все эти херни, все эти значки, кресты. И такая подлянка, что как с каким-то другом там посрался, он, короче, призрак мощный, что еще и там выкосить. Так, это я куда пришел вообще? Прошу прощения, давайте я гляну, посмотрю. Так, это я оттуда пришел, а вот все правильно, туда иду. В жизни меня, правда, похерили. Так. Вот туда вниз мы спускаемся, охотимся на крыс. Там же остров, где аллигатор есть, если вдруг
Не понял. А как мы их упустили, мимо них прошли в прошлый раз? С Джеком, вот видите остров? Кстати, на острове что-то есть, потому я туда еще нырну. Или вынырну, как правильно. Потому что я сейчас покажу, в чем прикол. Это мы из башни когда пойдем. Ой, из башни, из храма. В храме я там еще не был. Видите, вот два тела. Сейчас давайте поговорим с ними. Для начала. Эй, ты! Как дела? А ты кто такой? А что? Нет, судя по твоей... Так. Кошелек. Забираем. Что ты здесь делал? Рублю деревья для нашего лайка. Я здесь работаю. Это как пират. И? Если бы я знал, что все будет... И? Если бы я знал, что все будет... Так, ну все понятно с тобой. Реплика кончилась. Ты не отсюда? Похоже. Так, а у этого, как он понимаю, пропадет. Ты занят? Я не спрашиваю. Генри. Генри? Он командует наш, постоянно стоит у ворот лагеря, говорит, что надо, но сам-то он и пальцем не... А где находится? Продолжай идти по этой дороге назад. Довольно скоро. Ты увидишь Генри. Генри ваш командир. Генри. Да, командир наш. А нашего капитана зовут... Но сейчас его здесь... Ну, это вот пираты. Ну, я-то знаю Грега. Я, кстати, Джеку Воробью... Ой, Джек... Крокодил, аллигатор, кто-то сказал, что я-то знаю. Он мне еще не поверил. Так, ладно. Мы идем в храм, поэтому не будем отвлекаться и придем сюда. Хотя подождите. Так. Вот это тело должен пропасть, и мы его найдем. А ночь будет или что будет, я уж не помню. Так, сохранить. Там внизу вот найдем. Овечьи шкуры. Да, прыгать нам придется. Правильно кто-то подумал. Бульк. Так. Куда мне? Вот сюда, видите? Проплываем. Сейчас, минутку, я сейчас подойду. Плывем, плывем. Не бойтесь, воздуха нам должно хватить. Там, по-моему, может быть даже где-то пещера есть. Я уж точно не знаю. В Адоне вроде есть пещера. Так. Итак, давайте, раз уж мы сюда приплыли. А, это пещера. Я же говорил, пещера где-то была. Золото, золото. Вот здесь вот вроде он мертвый был, или что он там? Или будет мертвый? Ой, как отсюда выбираться? Вот сюда, по-моему, надо нам падать сейчас. Вы смотрите, тут вот золотой самородок. Мало ли что нам здесь может пригодиться. Так. Так. Ну ладно, как бы то ни было, нам сюда. Все. Выплываем. И мы оказываемся в водоеме, куда мы ходили с Джеком. Давайте посмотрим. Где тут крокодил? Он здесь на острове должен быть. Мы должны убить его. И, по-моему, я не знаю, может быть, часы забрать, как в этом. На... Что? Дай бог память это. Как в Питере Пенни. Вот, а смотрите, пещера. Ну, я не помню, чтоб я туда заползал, честно вам скажу. А, так вот, зайти можно.
Опа. Мертвые. С косами стоят. И тишина. Хэнк. Агнус. Сальная записка. Давайте прочитаем. Так. Письмо. Так, Ватрусу, так, Декстера. Милена Горну. Так. Люсия. Так, задержавшись всех, спустившись с гор, вполне вероятно, так. У рыбака Вильями. Вот, сальная записка. Получите последнюю посылку, предназначенную для нас. Затем принесите ее в вашу пещеру. Встречу вас там. Я заплачу за эту посылку двойную цену. До встречи, Том. Понятненько. Опа. Так, пойдемте. Возможно, тут еще могут быть одна-две крысы. Ой. Нет, это не крыса была. Точно не крыса. Уж я-то их знаю. Огненная крапива. Так, где-то здесь вот что-то пошариться можно, нет? Ай-яй-яй-яй, нет. И поехали снова. У нас тут замечательно сейчас. Хрень будет. Так что не расстраивайтесь. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписался, потому что я играю не только в ретро-игры, еще и в новые игры. Но предпочитаю в основном вот, да, такие игрушки. Потому что Готика — это вообще, по идее, это классика. Это самая первая игра, которая мне действительно понравилась, круче, чем мои всякие Counter-Strike, когда было 1.6. И всякая хрень, типа это... Что они там? Warhammer, там 4000 или что у них там? Я даже вас в расчет не беру. Так, вон аллигатор Джек у нас там. Мы с ним идем на крыс охотиться вот сюда. Убиваем всех крыс. Тут вот видите, вокруг тут одна скала. Убиваем крыс, забираем мясо. В той пещере, куда в самом начале игры, если вы помните, вот он, ставите юниор опять. Там телепорт будет. А в той пещере... Вау! Блин, я думал сдохну. Надо сохраниться, на всякий случай. А в той пещере можете покопать. Там есть это сокровище, где копать. А, кстати, сокровище копать где-то и тут можно, нет? На. А-а-а. Грёбаная крыса. Так, что у нас тут? Нет, здесь не копаем. Но нам потом еще даст место, где мы можем накопать. Смотрите-ка, и они еще одного кусача захреначили. Ладно. Единственное, что опыт, да, забрали, что не очень хорошо. Да, тихо ты. Так. У нас здесь черная пантера была, по крайней мере, у меня. Так. Так.
Блин. Все, забираем. Зубы мы пока все это оставляем. Где-то еще копать надо будет. Точно помню. Только где? Он хули раскидал там везде. Так. Кактус. Кактус. Ну давай, последний остался. Ой, какие же вы дурные. Какой кошмар. Там ничего нет. Ничего нет. Как этот паук из Лунтика. Там никого... А, тут никого нет. Так. Вот еще. Говорю же, где-то тут копать можно было. И что мы находим? Так, это еще раз, два, где-то там, ага, три, четыре, пять, шесть. Это, по-моему, что, седьмой, что ли? Седьмой крестик. Потом по карте надо смириться будет. Вау, ты самый лучший капун. Я, да, я самый лучший капун. Так, вот еще один храм. Мы к нему стоим лицом. Сейчас и видим его ворота. Ну вот они, вот они. Мяско, мяско. Из этого не выйдет так, ничего хорошего. Сейчас тут шаман где-то должен быть. Спокойно. Так. Главарь Орды. Вот, кстати, у него что-то надо забрать, по-моему. Я, блин, бегать от тебя, что ли, должен вот так? Так. Ключ. Библиотеки ученых. Итак, давайте... Ой, у меня где-то же тут есть. Кстати, надо уже круги магии изучать. Так. Орк-шаман. Тут, да, неплохо, смотрите, можем подкрепиться. Да, блин. Ну, смотрите, на 200 с лишним золота взял. Осторожненько, аккуратненько. И идем сюда. Так. Да стой ты. Вот так. Давай. Орк воин. Так. Что у нас здесь? Собираем. О, еще один, смотрите. Краш пахтак. Или кто он там нахрен? Вялая рыба, тухлая рыба, что там?
Так. О! Кстати, не помню даже, чтобы здесь эта статуя бильяра была. Ну, одной статуи я решил так ради эксперимента попробовать. Жизнь отдать, десяточку отдал, 500 получил. То есть в день можно по 500 получать. Я предполагаю так. Если разом статуям молиться. Так, сохранить. А может еще что-то получите от... Кто он там? Не от Данаса, кто он? Бог-то этот. Кому там молился? У него я получал разный, кто ловкость дал. Иной раз силу. Там, не знаю, пожизненную энергию. Все, не такой уж он и дьявол. Ну, кстати, мощно, если вы думаете так, что это. Давайте возьмем все. О, эти таблички вам как нужны будут. Вы будете качаться. Это халявно. Так, готовимся. Нам еще сюда, кстати, надо будет приходить. Давай. Так, смотрим, у них что-нибудь есть? Нету. Вот в полках можно шариться. В этих патчах. Нам сюда надо будет еще приходить, так что не забывайте, что здесь можно пошариться. Вот в эти штуки можно почитать. Только я не знаю, получаю ли я от них что-нибудь. Вот видите, опыт 150 получил. За просто так. Нам сюда надо будет потом в дальнейшем нести сферу. Вот сюда, если я не ошибаюсь. Или нет. Или сферу отсюда забрать. Сейчас мы это и проверим, посмотрим. У нас же есть еще другой вход. Такс. Не забывайте на полках пошариться. Да, вот хреново, кстати, винда десятка стоит. А чем хреново, то что... Пришлось отлучиться и сразу же здесь же. Как сразу же здесь же? Ну, на часа 2-3 оставил включенным, что игра вылетает, что запись перестает записывать. Поэтому. Так, убили, прибили, задавили. О, кстати, минутку, кое-что вспомнил. Так, наверное, лучше. Так, я что, здесь все взял? Все. Идем. С него мы ничего не можем добыть. Зелье, зелье, зелье. А, вот. Можем почитать. Скрижали. Вот видите, еще 150. Так что читайте. Читайте. Будьте грамотными. Опа. Сто пятьдесят. Так, и вот здесь мы что берем?
Кольцо. Подождите, ну мы вот в храме здесь стоим. Что-то мы еще можем, нет? Где-то табличка нету. Может, я ее уже взял? Ну, не суть важно. В общем, вот еще один храм, и нам надо будет сюда прийти. Прибиться. Так, кто хочет немножко подкачаться, может, конечно, еще и дальше подкачиваться, прокачиваться. Сходить вон туда, например. Это окружной путь к лагерю бандитов. Там через подземелье. Давайте посмотрим, что нас здесь ожидает. Вот, дуратинушка, дуратинушка. Кто еще тут есть? Ищейка. Да, с тебя-то много поимели. Давай, 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 давай. Так, ладненько. Предположим. Так, здесь мы не можем забраться. Я просто хочу посмотреть, есть там что копать или нету. Так. Потому что оно же куда-то ведет. Ух ты, ищейка. А злобность какая. Кровожадность. Свиток. Лук. Свита. Толстый кошелек. Так. О. Давайте копаем. Вот еще один крестик нашли при вас. Раз, два, три. Ага, кажется, я кое-что нашел. Так. Что у нас тут есть? Так, где тут еще? Да, это в подземелье я зашел. Тут, кстати, какая-то миссия такая есть небольшая, только я не помню уже, в чем она заключается. Ладно, пойдем отсюда, мне пока сюда не надо. Блин, еще один портал, если, конечно, портал открывается. А это еще одна локация, по моему открывается. В аду не играл. Сейчас покажу это место. Так, путь в эту пещеру все равно с двух сторон лежит. Первый, покуда мы зашли, второй вот прямо пролегает. Ну, может, я могу и ошибиться, конечно. Вот, вот здесь вот у меня были развалины. И в этих развалинах вот у меня был телепорт. Так что, видите,
Все-таки отличается. Так. Рапира, бутылек, сундучок. Так, арбалетные болты мы себе отбили. Хотя у них тьма тьмущая, хоть жопа ешь. Такс. Вот так. Вон там что-то светится. И копаем. И копаем. И еще разок. Ага, кажется, я кое-что нашел. Так, все, взяли. Рок-мрак Ориса. Выделаны шкуры Варга. Всё, что ты светишься тогда? Я думал, у тебя хоть что-то есть. Так, ладно. Пойдем. Все-таки нет, все-таки один проход. А у меня, по-моему, посюда тоже можно было. Я говорю, вот она отличается тем, что у меня там был портал в другую локацию добавочно. Дождь. Так, сейчас по-быстрому прибежим. Не расстраивайтесь. А я бегу, 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 и ты бежишь. Ах, почему, почему, почему? Был светофор зеленый. Все потому, 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 что был в жизнь влюбленный. А сейчас бегу, 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 и я бегу. Да, хорошая песня, это песня Валерия Леонтьева, по-моему, если я не ошибаюсь. Могу я ошибиться? А, нет, все-таки Леонтьев, да, поет. Почему, почему? Светофор зеленый. Все потому, 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 что был он в жизни влюбленный. Так, перед тем, как наведаться снова к Джеку, давайте завалим парочку негодяев. Их можно, вот бандит. Их можно с двух сторон. Так. Богомол, что здесь делать? Их можно, кстати, и сзади придушить. Есть даже миссия такая, чтобы это освободить этот. Ну, по крайней мере, у меня была она в прошлой. В прошлой игре, когда последний раз играл, я говорю, я играл в патч. Она у меня была. И наверху у меня кто-то, кстати, мощный был. Так, позже я вернусь этим путем. Так. Да тихо ты, вставай. Да вставай, я тебе говорю, блин, лошара. Лошарами кантаре.
Вот так. Давай сходим наверх. Для начала. Да, вот здесь вот кто-то, я помню, мощный был, я его гасил, потому что. Только кто? Вот честное слово, я сейчас уже не вспомню. Ладно. Пойдем посмотрим. Кто здесь чего охраняет? Так, не видно ничего, ладно. Ложимся спать, спать до утра, естественно. Блин, колесико крутого случайно. Минутку. Спать до утра. Все, проснулись. Свеженькие, бодренькие, хорошенькие. Прямо такие тьфу на нас, розовеньких таких. Упс. Два раза влево, два раза вправо. Так. Тут тоже что-то бывало, я уж помню. Потому что отсюда я прыгал вон туда, в воду, чтобы убить аллигатора. Сразу несколько миссий хапал. Еще один. Так. Еще один монстр стало меньше, конечно. Я же постарался. Подожди минутку. Ты. Я больше ничему. Хорошо. У тебя там прям богатство такие, сундук тебе еще нужен для этого. Ладно. Вот мы приходим уже к лагерю пиратов. Стой! Ты друг или враг? Друг! Так может сказать любой. Так, кошелек для начала. Что ты здесь? А как ты думаешь? Я должен проследить за тем, чтобы эти жалкие лентяи построили чистокол в срок. Если он не будет построен, капитан, также я решаю, пропускать ли в лагерь всяких проходимцев вроде тебя. Грег, да, но для тебя он капитан. Он великий. Я с ним он великий человек. Очень хорошо. Впрочем, нами командует. Он целый день сидит перед хижиной Грег. Я... Правда? Что ж, 500 за... Да? Не стройся. В лагере полно всего того, что... А ты выглядишь человек. Так что небольшая плата за вход или свою роскошную броню. Зачем вам... Мы не хотим стать легкой добычей для... Эти для бандитов. Нагреют с каждым днем. Несколько бандитов даже поселились в башне. Кью. Я уверен, что это передовой отряд. Но если они настолько глуп... Почему ты? Потому почему что думаешь, что они могут напасть? Бандитами сначала все было хорошо, но теперь эти подонки нападают. Только дьявол знает, что на них нашло. Думаю, им нужны наши корабли. Насчет бандитов, тебе лучше поговорить со Скипом. Он может рассказать. Жаль только, что тебе с ним поговорить. Да? Ты разобрался с ними в одиночку? Может быть, когда-нибудь тогда... Я... Сначала тебе надо попасть... Ты... Значит, цена обучения... Да что я, мать-то... Может, мы сможем договориться? Ты... Назови мне... Да... Я должен... Ага. И кто же тебя... Аллигатор Джек. Он говорит... Ясно. Сам он не в настроении. Меня послал Майком. Он... Ну, конечно. Пропусти.
Ты принес мне сообщение от аллигатор Джек. И что лучше всего, ты разобрался с этими подонками. Не думал я, что с... 100 золотых. Если не согласен, можешь... Про... Да. Благодарю. Если ты собираешь, такими вопросами занимается только капитан. Но вот ты можешь все. Только не создавай никаких... Вот мы договорились. Ты... Конечно. Так. У нас тут тоже, кстати, тут тоже очень много заданий есть. Это не мои проблемы. Давайте пока не будем здесь ничего делать. Даже тут есть задание из пушки пальнуть. Так. Зайдем вот сюда, вот он островок. Вот так. Давай, да. Ну не успел, не успел. Так, надо побольше собрать сразу. Там ничего. На. Так, вот видите, уже хорошо пошло дело. Там ничего. Так, тут ничего нет. Серп. Значит, здесь двойное такое задание будет. Помимо того, что в пещере надо убить кого-то там. Зачистить и забрать у него хрен знает что. Видите, еще можно и покопать. Кресты на кресте, блин. Ага, кажется, я кое-что нашел. Компас. А, по-моему, из этого компаса он его целал, что ли. Сейчас посмотрим. Так. Видно. Кольцо еще. Так. Зомбиков мы перебили. Пойдем. Так, так, так. Так, так, так. Тут вот обратно, правда, выплывать придется. Обратно он не забегает, уж простите. Но зато вот по берегу, если пойдете, то и плыть придется быстрее, выйдете. Эй, ты! Я слышал грубо. Так, украсть кошелек, конечно. Как дела? Грех жаловаться. Я готовлюсь к... Что это за задание? Я не могу тебе... Не обижайся, при... Ты можешь меня о чем-нибудь научить? Извини, у меня... Мне нужно... Хорошо. Больше тренироваться. Гаррет, ему вот надо выпивку привезти. Принести. Если тебе что-нибудь понадобится, я могу достать практически, кроме самогона. Если все будет по-другому. Кто такой Сэм? Наш самогонщик. Просто иди по берегу на север. Я вам его покажу. Никто ничему не учится у меня. Откуда? Когда Скип ездит в Харинес, до недавнего времени часть из них он напрямую продал. Но сейчас у нас с бандитами война. Скажи мне, что это... Что ты знаешь о бандитах?
Об этом тебе лучше спросить у Скипа. Он довольно много общался с этой шайкой. А сейчас Грег приказал нам убивать каждого бандита, подходящего к лагерю. Я бы так не смог. Вот так. Минутку. Никогда не додумался. Так, ваш капитан Грег. Ваш капитан Грег. С этим старым морским. К тому же он жаден. Фрэнсис, его казначей, платит нам. А если нам попадется что-нибудь однажды на королевском фрегате, конечно же, этот ублюдок Грег отобрал его. Наверняка он его где-нибудь... Так. А где он? Однажды Грег сказал мне, что... Что-нибудь еще. На юге есть бухточка. Добро... Грег нередко там бывает. Может быть, однажды я сам... Если... Да я только что его откопал. Вот. Да, спасибо. На этот раз возьми в награду этот пояс. Этого я тебе сказать не могу. Если он этого не видит, я ничем не могу... Что-то, когда Грега нет, но, честно говоря, из он даже чем-то оставит. Надеюсь, что Грег скоро... Он-то покажет этим лень... Да что он... С тех пор, как Грег уехал... Я самый лучший... Если бы он был... Да вроде ничего не надо. А! Я бы сделал по-другому. На-ка, я тебе сейчас продам. Я бы так не смог. Я бы сделал по-другому. Покажи мне. Ну, стоило 100 раз подумать. Он слушал не тех людей. Так, понятно, что-то где-то... Я лучше не буду вмешиваться. Как дела? Сейчас в лагере все спокойно. На твоем месте, кстати. Что ты имеешь в виду, кроме... Да. У них... Ну, да, вот блин, это я без тебя знаю, ерунду говоришь. Вы только посмотрите. И к тому же сухопутная до настоящего пирата тебе. Есть? Погоди секунду. Это такая шутка юмора. Насколько я вижу, нет. Все по-старому. Ты... Научить тебя? Конечно, могу. Но зачем мне это делать? Затем, что... Хм, не... Но не вздумай под... Я... Ты что? Я не дотронусь до этой бурды. Нет. Хороший вы... Ты уже пробовал особый напиток? Еще нет. Так чего же ты ждешь? Я просто обожаю. Есть? Погодись. Нет. Так, ладно. Сейчас мы к Самуэлю пойдем. Эй, ты! Жаркости. У тебя не... Не говори, не надо. Вот, Спасибо, при... Да, он действительно сказал это. Опять то же самое. Так-то. Я тебя знаю. Помнишь бухту рядом с городом? Скип, вер... Вижу, я произвел. Но мне кажется, что я где-то... Ну, конечно. Ну, конечно. Неполное сходство, но не расстраивайся, приятель. Да, так, давай-ка сказал это. Кошелек для начала. Но это не стоит надеяться. Что ты здесь делаешь? Я только что вернулся из Хариниса. Я видел... Правда? Он уже давно должен был вернуться сюда. Полагаю, я должен вернуться. Нет, пожалуй, не сегодня. Больше тренироваться. Так. Что? О бандитах он не может только рассказать, это мы сами сами знаем, или можно разведать. Мой тебе совет, парень. Бандиты. В наши дни? Ты когда-нибудь видел? Да, от них. Ворон, это вообще неинтересно. Расскажи мне о Бангусе и Хэнке. Это вот два трупа в пещере, которые мы находили. Бангус и Хэнк должны были встретиться с... У них с собой были различные товары. Сталь, отмычки. Но обратно парни не вернулись. Морган и Билл полностью подавлен. А он еще молод. И, впрочем, жизнь продолжается. По меньшей мере, два. У меня нет времени. Насчет... Что? Я их нашел. Они мертвы. Убиты. Что ж, если ты еще этого не сделал, но постарайся сделать. Не надо. Ну нет. Ты хочешь пойти? Как только они поймут. Ты не знаешь... А тебя Понятно. Просто так не отговори. Он, наверное, до сих пор лишь... Может быть, когда Грег... Так. Ты... Надо ключ украсть только. Собираешься... Когда Грег уезжал, он оставил... Так.
Что ты... Это наш казнач... Капитан... Но... Есть... Это неинтересно. Ты действительно веришь в это? Ты мог... Если... Тоже мне большое дело. Ты... Нет. Я бы сделал по-другому. Так. Мне бы свой... Никто ничего не хочет... По поводу... У тебя пропало два... Да, черт... Если он этого не видит... Так, мне где их искать, свой... я уже точно не помню. Ему нужно больше тренироваться. Так, где Билл? Это давно известно. Ты кто у нас? Рано или поздно это должно было случиться. Ага. Я сам не лучше. Кто-то тут еще рыбку рыбачил. Эй, а ты, вот он. Как у тебя дела? Тебя прислал. Скажи ему, что он пол... А если он не хочет... Я наш... И? Они мертвы. Проклятые ба... Возможно. Чёртовы сы... Если бы я только знал... Для чего нужно все это дерево? Для чистокола. Грег решил, что не мешало бы защитить наш лагерь. Впрочем, я думаю, если бандиты всерьез решили на нас... Их с самого начала... Если бы я знал... Так. Я... Нет, спасибо. Я не так давно... Ты исход... Да, я... Но когда в порт перестали заходить... Ну, понятно, остался без работы. Ты мог... Ну, я бы мог показать, но ты должен быть достаточно... Мог бы. Так. Куда мы еще вернемся? Ой, прошу прощения. Зеваю. Морган. Я принял. Так-то лучше. Я принял. Точно. Я в... Что ты сделал? Я... Это я так знаю. А сам... Но они не из тех. За свой труд они получают... Так. Эх. Там полно луркеров. Добро пожаловать. Подожди, днем спать-то. Что ты? Я? Он... О Фрэнсисе на нем никто хорошего не думает. Аминь. Начни. Наверняка не попали. А у Ангус... Нет, но я бы обязательно ты... Я на... Ну, говори. Они мертвы. А кольцо? Вот это. Это... Вот. Возьми эту камень. И... Так, я... Можешь отправляться спать дальше. Ой, так. Так. Здесь у нас вроде никого нету, но вроде как еще и портал должен быть, по крайней мере. Где-то портал у меня был, как мне кажется, в этом месте. Или так это дополнение было. Так. Кстати, по водичке здесь побродить, тут вроде корабль какой-то затонувший был или что. Там найдете устрицы, в которых есть жемчуги и табличка, если я не ошибаюсь. Так что бродите по воде там. Спать. Забираем. Блин, а где этот винодел-то? Дальше, что ли? Так, нет. Там ничего нет. Нет. Что-то я в ступоре уже. В ступоре, да, в замешательстве. А, вот он.
Самое... А, новичок. Итак, чего ты хочешь? Я при... Да! Дай мне... Я... А, вижу, хорошая выпивка должна... Такое нечасто встречать. Вот... Впечатля... А тебе не встречались рецепты напитка? Хочешь еще? Дай мне... Злой напиток. Так. Дай мне... Злой... Я... Что тебе... Так, это не то. А что у тебя еще тебя... Я могу продать... Так. Я... Я хочу поговорить с тобой о Фрэнсисе. Не упоминай при мне эту жалкую пародию на капитана. Он целыми днями сидит на своей жирной заднице с важным видом. И никто из нас не может понять, о чем, черт возьми, дух, что тебе нужно... Я... Неужели? Мне нужны бандитские. Фрэнсис ни за что не пустит тебя в хижину, если только... Что? Если только у тебя не будет что-то, что действительно... Я знаю, что Фрэнсис что-то спрятал в заброшке. Однажды мы вместе стояли в карауле, и он, как всегда, Не знаю, что он там зарыл, но возможно, что это настолько... Когда капитан вернется и увидит... Так, я хочу что-нибудь покрепче. Что? С тех пор только Генри за ним. Пора бы... Понятно. Сейчас отдадим быстренько выпивку. И будем смотреть, что произойдет. Я полностью... Получай. Выпивка. Словно жидкий огонь. Есть? Погоди. Понятно. Да подожди, блин, я вниз нажал же. Не понимаю. Насколько? Я готов учиться. Так. Это давно известно. Есть? С тех пор, как Грег уехал, ничего не надо. Никто ничему не учится. Так, ладно. Опять то же самое. А, точно, мне же с этим надо поговорить. Ему стоило 100 раз. Ключ украсть. Это не мои проблемы. Я бы так не смог. Это не новость. Ему стоило 100 раз подумать. Он сам бы никогда не додумался. Так. Не до полуночи. Тут еще женщина была. У них. Да. Так, ключ-то мы украли. Надо теперь, когда он спать пойдет. Эй! Что? О Фрэнсисе? Фрэнсис, это... Но я тебе этого не...
Как дела? Не дур. И поэтому мне приходит. Я бы лучше побродил по берегу на этой неделе у берега. И теперь добро с него. Очень надеюсь, что кто-нибудь меня. Кто-нибудь еще? Что, не пусть эти бандиты нападают. Так. Эй, ты! Давайте с вами побеседуем. Погоди. Блин, это опять ты. Как если в блин. Так, ты кто? По поводу. Вот тебе. Что? Ну, ладно. Может. Посмотрим. Я выиграл его в кости. Парень, так, который его проиграл, сказал, что если хочешь, я дам. Давай, я возьму кольцо. Держи. Такс. Что ты скажешь, принцесса? Посмотри вокруг. Морган целыми днями ли пригры. Ничего интересного здесь. Как? Теперь ты. Так, 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 так. Ноль 35. Эй! Покажи. Так. А я тебе что? А я тебе. А я тебе знаешь что? А я тебе ни хрена не дам. Есть. Ладно, посмотрим. Он должен когда-то уйти, отойти. Так, ядра нету. Смотрим на второй пушке. Может, на второй пушке есть. Нет, здесь, видимо, стрелять не придется мне. Так, сон можно на него, конечно, попробовать. И страх. Тогда он убежит. О, кстати, да, сделаем так, чтобы он убежал, да и хрен на него. Пусть бегает. Так. Так, еще у нас, что же у нас есть? Что же у нас есть, что же у нас есть? Прекрати это магическое дерьмо. Ну, прекратил, прекратил. Вот так. И... Дневник Грега. Давайте наворуем у него всего-всего. Господи, ты их не жалование, что ли? Это одежды бандита я пока не вижу. Эй, ты! Я
Стоит уехать на несколько дней! Какого черта? Чистокол еще не закончен. И это все, что ты сделал, а ты... Яра, правда? Я разобрался с бандитами. На побережье к северу больше нет диких. Ну что ж, я покажу тебе, что значит... Так, кошелек. Стой. Практически. Что нужно? Прежде всего необходимо разобраться. Это ленивая свинья Морган. А ты займешься работой Моргана и очистишь. Что за звери? Что за... Бритва зубы в каньоне. Все ближе подбирай. Я не собираюсь. Я что? Можешь захватить, пусть отрабатывают свою зарплату. В таком. И еще. Поэтому сначала найди себе нормальную. Вот, надень это. И не мешкай. Скорее принимайся за... Так. Мне ну... Сначала покажи, на что ты спа... Сначала ты должен... Бритозуба. А... Нет, да... Ну, он, короче, в портал. Как он попал в портал с замагами воды пошел. Так, журнал Грега. Где? Так. Вот он. Ладно, бритва зубы. Все ближе подбирается к лагерю. Мне помощники не нужны. Так, ищем. Где они могут быть? Здесь их нет. Каньон идем. Только сколько их осталось? Ой-ой-ой-ой, мы идем в каньон. Надеюсь, мы хоть правильно идем. Так. Вот. Правильно. Не было их здесь, я помню, что всех их перебил. Осталось три бритва зуба. Два бритва зуба. Один. Веселье. Давай. Где ты? Где ты? Эй! Далеко пошел, да? Мне кажется, очень далеко. Так, вокруг воды обойдем. Ой. Да блин, кактусы вонючие. Вот он. Все бритвозубы убиты. Опа. Так, так, так. Осталось ждать совсем немного. Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Так.
Значит, он пришел, увидел, как маги воды через портал уходят и там шастают туда-сюда, ну, по его словам. И он туда же. Я же ему, кстати, еще про этот проход рассказывал, если помните. Видео было, где я ему рассказывал про проход, про этот. Такие маломальские разговоры я пропускаю, потому что они ни к чему не приводят. Простая болтовня. Если вы играете, да, слушайте всех и все, и вся, потому что это вам пригодится, чтобы разгадывать ту или иную загадку, подсказку искать, где дополнительное сокровище, где дополнительная миссия. Правда, там они, раз это диалог, много всякой хрени вам тоже на уши насядут, наговорят. Да. А еще этот козлина, где? Мэтт? А, Билл. Хотя нет. Билл же пилил, если я не ошибаюсь, дерево-то. Сообщал ему, что погибли двое-то. Чё? Насчет каньона. Да, что? Я уничтожу. Хорошо. Мне... А ты молодец. Следить за бандитами должен был Бонес. Для него и пред... Но, быть может, для этой работы боль... Возможно, у тебя даже получится. Поговори с Бонесом, чтобы он дал тебе броню. Я хочу узнать, почему... Будет сделано. Так. Я... Что именно? Что ты знаешь? Он-то... Я... Но... Ну, а Вороне нам не интересно, корабль. Где твой... Я чертовски... Он бы... Да уж... Не... Вот именно... Как ты? Я обнаружил вход в тоннель возле древней пирамиды. Мне удалось незаметно. Сначала я пред... Понятно. О чем я вам и говорил. Бонан, значит, да? Пират Грег Мэтт. Ладно. О. Подожди минутку. Так. Бонус. Ты до... Приказ... Раз... Пусть уж луч... Доспех... Да. Доспехи. Доспехи. Ос... Так. Пойдем, пойдем. Эй! Ну что ж, еще один боец. Я бы приказал тебе взять, но ты это уже... Для меня... Мы уже несколько дней ждем новую... Его должны были достать. Мальком сказал, что заготовка... Скажи ему, что мне... Нет, погоди. Лучше скажи это... Значит, повтори. Недалеко отсюда? Это я знаю где. Так. И вот час, где я показывал, где показывал первоначально, два лесоруба были, которые добывали древесину. Мы идем к ним. Будем узнавать, почему нет, нырять, плавать. Так, вход один, выход тоже. Так что... Ладно, пока с этим в этих доспехах пойду. Вот они. В темноте-то проскочил, не заметил. Ну, рассказывай. Ены. Сначала я должен выяснить, что случилось. Что случилось? Мой приятель Мальком проп... На нас напал один из этих лур... Мы убежали в эту пещеру. Но луркер последовал... Мальком начал с ним сражаться. А потом они оба... Похоже, там на дне воды. Я слышал, как внизу Мальком дерется с лур... Не знаю, жив ли еще... Как можно... Понятия не имею. Е... Сначала я должен...
И... Если бы я знал, что все будет и... Так. Давайте, как я уже говорил, опа, прыгнем. Давай, давай. Бонус за храбрость. Ой-ой-ой-ой. Выплыл. Так. Убиваем. Все. Из этого не нечего выйдет взять. Ничего хорошего. Там ничего нет. Из этого не выйдет там ничего, ничего хорошего. Все, падаем вниз. И выплываем. Так. Да, нам пришлось поповозиться, попотеть, конечно. Там еще аллигатор этот. Джек. Блин. Попал же на миссию. Еще на такую, где бегать надо туда-сюда. Давай. Надеюсь, смогу. Надеюсь, успею. Так. Почему вот у меня какая-то глава третья, по-моему? Ну, меня круга магии никто не учит. Плохо. Хочу напомнить тем, кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Вот. Пишите. Так, Генри. Ген. Сначала. Да, твою ж мать-то. Твой при. Я так и знал. А ты храбрец. Я бы ни за что. Ген. Расслабься. Так ему и перед. Так. Играю я не только в ретро-игры, также напоминаю, а еще в новые игры бывают играю. Вот, фанатов. Готики, пишите готики фанатов, там, халвы, пишите в халву. Да, можете посмотреть портал, портал это такая игра. Блин, вот первый портал, просто сел, думал это слегка сыграть, а получилось так, что прошел. Прошел игру, ну это случайность. Так, научить он меня ничему не может. Давайте дерево ему сейчас. Опа. Оуэн скоро. Очень хорошо. Что с Малькомом? Он мертв. Бедняга. Вот твоя награда. Учи. Да не учи. Тебе. Ты знаешь что-нибудь? А по... Честно говоря. Тогда пользу от тебя можешь напить. Так. Где у нас робо? Пирата, тельца воды. Наемник, наемник, средние доспехи бандита. Вот так вот. Блин, всю защиту себя снял. Но зато до меня не докопаются, не прикопаются. Я там буду ходить, да. И выполню несколько, опять же, миссий. Так, какой-то портал я не открыл. А, да, это который в самом этом. Каньон. Вот сюда мне надо. Ну, не просто сюда. Да, я бы сказал бы вам, куда надо тут... Есть тела, которые торгуют контра, то ли контрабанда, они торгуют, то ли чем.
Я хочу их сразу убить и забрать у них груз, чтобы сиськи не мять и два раза сюда в угол не бегать. Давай, что у нас тут? Так, смотрим. Вот, чуть-чуть осталось. Правильно бегу. Болотная акула называется, а там болотожор в первой части. Так, минутку. Вот пещерка. Украсть кошелек. Как дела? Что тебе? Иначе мой при... Эй, ты! Ну подожди, сука! Ах, др... Драка. Какая драка? Это убийство. Не надо одно с другим путать. Так. Вот мы забрали груз. Забирай, забирай, все забирай. Этот груз нам пригодится. Мы сюда, чтобы два раза не бегать, поэтому я, как уже говорил, поэтому мы сюда и пришли. Сюда можно несколькими путями попасть. Поэтому давайте. Так, вот здесь вот дерево есть. Вот тут рядом с деревом то ли копать можно было, то ли что. Трое. Давай беги. Я к вам еще приду. Вот так. Остальные где? Да. Еще один. Размечтался. Опаньки. А теперь смотри. На. И еще раз. На. Выпустил. Так, с минутку. Все. Так, делаем уроки, продолжаем делать уроки. Поели. Да, уроки делаем. И кушать хотим, и уроки хотим. Ой, уроки не хотим, а кушать хотим. Давай, где еще? Блин. Не попасть, да? Пойдем. Болотная акула.
Болотный дракон. Или дрон. Дрон. Ой, вот тут драконы-то. Всех перебил. Или кто-то еще остался? Так. Не забываем там наверху копать. Так, так, так. Сохраним. Спросим. Как дела? Ты хочешь узнать, как у меня дела? Я тебе расскажу. Сначала какие-то пираты привезли меня сюда в штаб. Затем ворон запер шахту. Потом... А затем Франко стал командиром охотник. Я бы сказал, что дела идут. Как Франко здесь? Очень просто. Убил Флетчера. Флетчер был свой парень. Ты муж? Я многое знаю про кровавых мух. Я ненавижу, но я знаю, как отрывать от них жалы. Кроме того, я знаю. Если хочешь, я могу. Конечно, я ничего не буду. Давай. Пап. Я больше ничего. Это я и сам умел, по-моему, даже в самом начале игры. Кого-то чуть не подстрелил. А, травник, если я не ошибаюсь. Черт, еще. За золотом? Все, кто приходит сюда, но не думай, что это будет легко. Во-первых, я кошелек у тебя украл. Как? Это мне не интересно, расскажи мне про шахту. Я дам тебе... Это все. Ты ну, никто не мог. Как? Мне это все не интересно. Я пришел, нашел. Так, это я бы посюда пошел. Вон туда можно пойти. Ну, можно немножко другим путем там через болото проходить, тоже всех убивать. Так, а где травник? Травник тогда вот здесь должен быть. Вот он. Мигель. Что ты здесь делаешь? Что ты здесь? Ищешь что-нибудь? Растения. Большинство из них можно использовать. Многие растения... Это мы понимаем, так. Про лагерь. Откуда ты пришел? Ну, оттуда же. Когда я... Ну, новые люди, что ты можешь... Вот, ты... чему их научить? У меня нет времени. Но если тебе нужны зелья... Так. Блин. Давай, вон пещера там, я уж не помню, кто находится. И что он тут делает? А, на охоту вроде как позовет. Эй, ты! Смотри-ка, ты пришел просто постоять рядом или... Ну, это зависит от... Болотные акулы. Так, кошелек, во-первых. Я лишаю тебя его. Давай, наконец, понятно. Они приближают. Давай. И еще одна. Надеюсь, все. Хорошая акула. Отлично. Мне, ну... Иди. И если ты захочешь... Где меня искать? А что у тебя есть-то?
Подожди. Подожди минутку. Что ты можешь-то? Что? Франко сгноит тебя здесь. Если ты хочешь попасть в лагерь, тебе придет... А кроме того, я могу показать тебе, но я не думаю, что Франко здесь есть исследование. Ладно, давай, давай. Аж вопрос в том, чего нет в лагере. Зато... Покажи. Если ты хочешь научиться разделывать кровавые... А если тебя интересует бал... Я больше ничем... Ни хрена-то у тебя нету. А здесь что? Тут, по-моему, скелеты были рабочих или что тут? Том. Подъем. Почему ты торчишь здесь? У меня проблемы. В данный момент мы... Что не так? У меня были хорошие отношения. Я... Понимаю. Так, что случилось? С пиратами что-то поссорился. И если Эстебан узнает, что это я сказал, поэтому я и не могу... Что? А иначе бы я не... Так. Ясненько, понятненько. Так, все, можно, я так думаю, идти к лагерю бандитов. Я вам, в принципе, показал, где находятся эти... О, не дай бог память это. Храмы. Пока нормально. Травки, муравки. От этого будут одни проблемы. Я не позволю так обращаться с собой. Какая обеспечение? Так, давай посмотрим, что здесь. Это именно так, как я сказал. Ему нужно больше. Я же не могу все помнить. Такс. Да вроде ничего, да? Выбираемся отсюда. Возможно, я говорю. Так он у нас не... Эй! Не в авторитете. Эй, что ты здесь делаешь? Да, я... Меня не интересует, кто ты такой. Если ты будешь хорошо работать, стражник Рамон может тебе сказать... Так может продолжаться дело. Вечность. Тоже мне большое. А что если... И почему тогда ты... Ты что, мне угрожаешь? Так. Я оказался сильнее тебя. Потом еще подойду. Бандит, бандит. Тут можете где-то взять объявление у сундука. Вот, вот это вот важное сообщение. Если что-то берете из сундука, то положите туда потом. Я его даже брать не буду, это объявление. Но вы можете взять. Блин, я его возьму тогда, получается, все равно. Сундук не могу залезть без него. 100 стрел, тех и тех. Вот это хороший бонус. Кроватка, если хотите лечь поспать или подлечиться. Но я тоже так считаю. А что, он умер, все что ли? Ты действительно думаешь? Ну ладно. Эй, что? Я укокошил Франк. Так что? Значит, это теперь твоя забота. Заставлять эти. Эй! Я здесь не для того, чтобы нянчиться с охотой. Забудь об этом. Ты убил Франко. Если я старший, то... А я решил, что Торус может послать нового командира охотникам. Тогда там освободится место. На твоем месте я бы этого не делал. Ты не отстанешь, верно? Ну ладно. Торус позаботится о том, чтобы... Чего ты ждешь? Так. Это еще не все. Подожди минутку.
Эй, ты тот парень, что укокошил? Да. Потому что теперь мне придется заниматься его работой. Просто прекрасно. Подожди, я тебе сначала кошелек украл. И как тебе? Оставь меня! Спрашивать меня об этом. Так. Этого я тебе сказать не могу. Берем кучу миссий. Что тебе нужно? И где? Если ты хочешь Асторуса, можешь... Так. Скажи, он... А ты... Я... Так, добыча золота. Ну еще, я имею в виду, когда будешь копать, есть он. Так, оценить мое мнение рудокопа. Может, конечно, что кос... Вполне сносная работа. Можешь ты оценить, что... Ага, все. Рудокопские дела закончились. Кто это у нас здесь? Ну-ка, ну-ка. Сначала... Тебя ищет ворон. И его охрана. И если они найдут тебя... Многие уже. Значит, ты дерешься не хуже, чем плетешь интриги. Прийти... Все равно, что прийти к волкам, будучи овцой. Твоя жизнь... А что за хороший... Ну, я не знаю, как тебе это удалось. Но ты можешь считать, что тебе повезло. А я человек, понимаю... Сколько ты хочешь? О, нет, не надо, пожалуйста. Я не хочу вымогать... Тогда что тебе... Недавно кто-то хотел убрать Эстебана. Ну, напорол. Пойди к Эстебану и поговори с ним. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся уже только в следующем видео. Пока.